Это наш номер. Случайно тут нажалось. Так, вот это значит зал, а здесь спальня у нас такая. Вот тут две кровати, стол, стул, тумбочка. Для мужчин от нашей компании достанется подземелька под номером 204. Есть такой билет? У нас сегодня 17 июля 2016 года. Я снимаю с своего балкона санаторий Бук. У нас второй этаж, двухкомнатный номер. Вот, сегодня третий день нашего пребывания здесь в санатории. Идет дождь, как слышно, гроза. Гром гремит. Вот, мы сегодня отдыхаем. Позавтракали, потом пообедали. Смотрим телевизор, вот сейчас поедем, смотрим с Джоном и Уорреном. Я обработал фотографии, уже 100 штук, 100 фотографий сделал за эти 2,5 дня. Ну, лес кругом, лес сосновый, река Муховец. Так что дождь нам не страшен, у нас прекрасный номер, телевизор, все есть. Дождик тоже хорошо, я лично люблю дождь. Хороший дождь идет. Может, оно видео не передаст. Но вот так вот, по ощущениям, хорош. Такой почти тропический ливень. Посмотрим, Шура там, по-моему, на диване лежит. Сейчас зайдем, посмотрим. Это наш балкончик такой. Вот это тут окно в нашу спальню. Это окно в зал. Идем в комнату. Вот, заходим в комнату. Вот Шура тут отдыхает. Сегодня у нас... Тут мой велосипед любимый стоит. Вот смотрим сейчас телевидение. Вот наша спаленка небольшая. Так. Шурик. Дождик, дождик, сихани, бабку с поля прогони.